Всем привет! Показываю очень простой рецепт домашнего майонеза. Приготовить его дома действительно просто. Не забываем, что все составляющие должны быть комнатной температуры. Берем высокую, не слишком широкую емкость, например, банку или стакан для блендера. Вливаем сырое яйцо, сахар, перец, соль, лимонный сок, горчицу, растительное масло. Погружаем блендер так, чтобы яйцо было скрыто блендером. Не поднимая, взбиваем до пастообразной консистенции. Я уже давно использую свой майонез и всем советую его приготовить. Тем более домашний майонез готовится только из натуральных продуктов. Самое главное, оно не содержит вредных консервантов и по цене выходит намного дешевле магазинного. Перекладываем в удобную емкость. Готовый майонез хранится в холодильнике в герметично закрытой емкости не более 4-5 дней.